времени в Орске. И важный вклад вот в эти победы внесли. Сейчас Макаров назад будет отрабатывать. Здесь играет у тольяттинцев, внесен заявку, скажем так, Михаил Чечин. У гостей Соломенин, Турганов, такая четвертая пара защитников. И счет открывает ладья Миниханов. Вот здесь играет у тольяттинцев, внесен заявку, скажем так, Михаил Чечин. У гостей Соломенин, Турганов, такая четвертая пара защитников. И счет открывает ладья Миниханов. Вот. Любопытно, первая пара защитников, вот такая ошибка. Бросок, какой момент! Бросок. Поперечный пас, опасно! Вот такой момент. Бросок издали, Овчарик не зафиксировал шайбу, может быть опасность. Грешат. Хоккеисты обеих команд. Это удел не только тольяттинцев, вы видите, и гостей тоже. А у шайбу, ну, здесь эта передача все-таки в борьбу в значительной степени. Информации подписал полноценный контракт. Ух, здесь неприятный момент. Наход прокинул шайбу. Сам же, видите, за нее поборолся. Это может быть опасно. Бросок с неудобной. Ну, сейчас момент голевой, без сомнения. Лачинов здесь... передать. Вот опасно! И удаление будет, показывает арбитр. Поднято гости в зону тольяттинцев. Там а Волохов за нее поборолся. Шайба в воротах. Вот так вот. Бросок от синей линии там Волохов бросал. И подправлял гости в зону тольяттинцев. Там а Волохов за нее поборолся. Шайба в воротах. Вот так вот. Бросок от синей линии там Волохов бросал. И подправлял. Третий в борьбу. И добивание опаснейшее. Еще один бросок. И Разумняк там. И... вот опасно. Тарас Зацепин очень агрессивно. К счастью для уральцев обошлось без этого. А вот сейчас уже, да. Ветров. Ух, опасный момент. И вот это да. Вы это видели. Вот видите, к чему приводят такие вот, да, казалось. К счастью для уральцев обошлось без этого. А вот сейчас уже, да. Ветров. Ух, опасный момент. И вот это да! Вы это видели. Вот видите, к чему приводят такие вот, да? Казалось, все еще заметно превосходит гостей. Но вот, ох, какой момент здесь, а? Можно было, да? Ну, арбитр там был неподалеку, собственно говоря, от силового приема, да? То есть все видел. И... в общем, даже не было у него соблазна. А здесь может быть опасный... шайба в воротах! Невероятно! Вторую шайбу в меньшинстве забыл. Ну, арбитр там был неподалеку, собственно говоря, от силового приема, да? То есть все видел. И... в общем, даже не было у него соблазна. А здесь может быть опасный! Шайба в воротах! Невероятно! Вторую шайбу в меньшинстве забдавать. И что? А еще выход 1-0. Ну, мама моя, а? Ну, как? Через защитника предлагается играть Ярослав Емелин. Здесь, видите, вратарь вроде бы отыгран, но... нет, там... ого! Ого! Там борьба пошла. Борьба в прямом смысле этого слова. Времени в 17 по тольяттинскому, ну, я так полагаю, в 18 по оренбургскому времени.